В Одессе прошла акция «Уступи дорогу скорой помощи». Мероприятие провели в рамках всеукраинского проекта «Скорая рядом». Организаторы утверждают, главная цель – решить проблему дорожного движения для медиков. Нормативы приезда на вызов – 10 минут по городу и 20 для пригорода. Но, к сожалению, в действительности сроки не всегда достижимы из-за водителей, которые не уступают дорогу. Участники проекта украсили санитарный транспорт наклейками с надписью «Уступи дорогу скорой помощи». Наша сегодняшняя задача – это прежде всего дать понять водителям и всем участникам дорожного движения, что скорая помощь, которая едет с включенным проблесковым и звуковым сигналом, это скорая помощь, которая потенциально едет к моим родственникам, к вашим родственникам домой, спасая чужую или вашу человеческую жизнь.